Как увязать связи времен? Как увязать в нашем здравом сознании связи времен, все, что было, что есть, и понимание того, что же будет, если уроки забыть, не учесть? Многим понятно, одних совещаний, чтобы понять, недостаточно здесь. Это затратно, а эти искания лишь отвлекают от дел чью-то спесь, лишь отрывают людей от корыта. Некогда думать, пока есть еда. Крепче не станут клыки и копыта, если поймет человек, что куда. Звезды не станут крупней на погонах, шире не станет большой кабинет, не увеличится счет за кордоном, слаще не станет щербет на обед. Ради чего эти все размышления? Все хорошо, богатеют друзья. Если бы слушали умников мнение, вряд ли бы вышли из грязи в князья. Где эти умники, что всех учили, как понимать надо связи времен? Сгнили в ГУЛАГе, исчезли в могилах, не помогли им Сократ и Зенон. Слышал не раз я подобные мнения из уст высоких чинов и погон. Думаю, быстро отвалят ребята на подготовленный аэродром. Не просто так не проходит поправка у депутатов в наш главный закон, не позволяющая всем чинушам иметь недвижимость за рубежом. Если им станет несимпатично, если в кормушках исчезнет еда, быстро исчезнут, и это логично. Нам же опять разгребать, как всегда.